Что-то мамы долго нет. А, дорогие мои, вот и я, заждались. Я пригласила гостей. Сегодня великий день. Наконец-то состоится свадьба Марго и Голда. О, кто-то уже сюда идет. О, привет, двухголов! И вы, молодые, здравствуйте! Совет вам да любовь! О, еще кто-то сюда идет, то есть летит. Ну, конечно, я много гостей пригласила. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваше Величество. Я брат Голда. Меня зовут Вайл. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно, проходите. И ты, Венера, поближе подходи. А вот еще кто-то идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Роза, вы меня приглашали? Ну, конечно, приглашала. Проходите, пожалуйста. Хорошо, прохожу. О, знакомьтесь, кто не знает, это Матис и Икард, друзья нашего Голда. О, а сейчас должны приползти змеи из королевства Иры. Мы ждем. О, а вот и они. Слышу чье-то шипение. Кто-то приближается сюда. Ой, здравствуй, Ира. Здравствуй, 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 проходи. Приползай. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте, привет там с острова Титана. А сейчас прилетят драконы из вашего королевства. Мы всем будем очень рады. Пожалуйста, располагайтесь, будьте как дома. Скоро начнется церемония регистрации. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, гости дорогие. Мы все очень рады вас видеть. Меня подождите. О, и вы проходите. Ну, где же наш самый почетный гость, который будет регистрировать брак? Вот здесь. О, вот и сэр Гринд. Добро пожаловать! Уже все пришли. Мы вас заждались. Ну что ж, все пришли, теперь мы можем приступить к церемонии регистрации. Не так ли, Грин? Да. Желаю, чтобы ваши дни были долгими и счастливыми. Желаю, чтобы дни ваши были долгими и счастливыми. Поклянитесь же в любви. Мы клянемся. Клянемся, клянемся, что будем друг другу верны всю жизнь. Пригласили. Но я вам за это отомщу. Будете горевать всю жизнь о потерянной невесте Голда. И вы ее никогда не найдете. Теперь делать, дорогой двухголов. Скажите, Ваше Величество, а что это было? О, я не знаю, что-то черное и противное. Ну, надо что-то придумать.
Кажется, я его где-то видел. Но я не могу вспомнить, где. Ну, ты пока подумай, а на этом мы сегодня закончим. Что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Всем пока! Всем пока!